Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed. Достаточно долгий у нас был с вами перерывчик, но все-таки мы продолжаем. Так, сначала давайте-ка делаем широкий экран. Вот, перерыв был долгий, потому что у меня времени не было. Сейчас вот появилось время, и мы продолжаем. Ну что, по традиции давайте начнем с заводского пилота. Ого, уже 50% тут пройдено. Хорошо. Смотрим, чего нам тут сейчас наговорят. Я Клаус, здрасте. Механик команды, мне нужно, чтобы ты протестировал некоторые улучшения, которые я сделал для нашего полноприводного полноприводной системы Carrera нашей, вот этой вот, которая вот она, вот эта вот зеленая. Мы сетапнули, мы сделали тестовую трассу прямо посреди дороги, будь осторожен, там снег, завалы, но, короче, все будет четко. Это хорошие условия, видимо, вот, да, как раз для тестирования нашего полного привода. Поехали, потестируем наш полненький привод. Чего и как? Assignment 7. Седьмое уже задание, да? Ну, поехали, что нам тут? Воу! Весна уже вообще-то, а тут у вас зима полноценная. Что происходит? Куда мы едем? Едем. Оу, светофор красный горел, мы нарушили правила. Но все-таки едем! Сбили конус, еще один. Нет, не сбили. Better luck next time. Ну, короче, в следующий раз. Ух ты. Так-то вот 21 секунду надо, 21, а мы сделали даже меньше, но сбили один конус и нас дисквалифицировали. Ладно, едем дальше. Не такая уж сложная трасса, в общем-то. Оп. Теперь налево, вокруг да около. Жик. Теперь зеленый горит, отлично. Воу, я думал сбил. Нет. Оп. Impressive work. You beat the track record. Я уже говорил, он как-то странно разговаривает. Чувак, ты какой-то в натуре странный. Так, 20 секунд. Ну пойдет, ладно, на секунду побили. И чё нам? Чё нам? Здесь нету ни золота, ни серебра, ни бронзы, поэтому... Время сделали, протестировали, наш механик доволен, в ладоши хлопает. Поэтому... Едем дальше. Ух ты, Бокстер. Бокстер. Ну ладно, это будет в следующий раз. Сейваемся. Так, new, нет, не new. 50%. Yes. Сколько сейчас будет? Сейвинг. Ну-ка, давайте посмотрим. 58 уже. Ох ты. Хорошо. One to abort. Yes. Да я уже засейвался, парни. Чё вы мне... вешайте тут. Я, кстати, освободил еще один слотик под... ну, мало ли, вдруг опять какую-то машину дадут. А они, как мы знаем, блин, сейвуются еще на один слот. Уже два занято под Need for Speed вот этот. И, может быть, третий понадобится. Так, ну что, давайте к основному блюду. Это у нас режим эволюция. Насколько я помню. Ух ты, 31%. У нас уже там золотая эра. Factory Driver мы, конечно, шустрее проходим. О, музычка какая, да. Да. Так. Турниры. Класс 3 у нас пройден. Класс 2 это у нас... А у нас машины нету, да? 124 GT уже какой-то. 144 у нас нету. Ладно. Класс 2... Есть у нас вообще Weekend Race? Машины, на которых нам проехать можно. Так, это мы ездили... 924-й трофи. Вот, можно, да? Турбо.
Так, 944 нет у нас машины такой. Так, а что у нас в этих сёркетах? 550 спайдер, 517 кубок. Ух, какие день, деньжища-то! Пойдет. Так, ладно, поехали тогда на 924-м, он у нас есть. Где он тут? Вот, 924, погнали. Ой, какой он побитый. Кошмар. Кондишн. Так, нет, чинить это у нас дальше, да? Поехали. Qualify нет, car setup, car repair, вот, ох, ёлы-палы. Кто ж его так разбил-то, а? Вы не знаете, кто его так разбил? Пока нас не было, кто-то явно на нем позабавился. Так, ну все, починили. 4 тысячонки. Оу, денег, денег, много-мало, 130 тысяч. Пойдет. Так, ну что, едем, сейчас... Проедемся этот чемпионат, а там, глядишь, и тачечку, может быть, прикупить. Оу, что это у нас, дождь будет, что ли? Так, что за трасса-то? Track record. Track record. А, USA. Кактус, каньон. Ой, каньон кактусов. Смотрите-ка. О, точно! Вы гляньте-ка. Дождик. Он первый раз, да? Вот так вот вам. Еще раз. О, чудо, как-то на прямых-то они выезжают. О, мы тут не ездили, что ли? Что я не помню. По грунтовке валим-то. Грунтовочка. Так, есть. Так, в принципе, едем, едем. А, нос чешется. У нас, кстати, тоже ветрюганище сегодня такое за окном. Вообще прямо жесткий. Прямо так-то уже тепло. Там все зеленеет, цветет. Ну, сегодня прям ветер задувает. Сегодня, вчера задувал. Вообще уже дня три задувает. Прям так иногда страшно становится, что наш домик унесет. Прям как Элли в волшебную страну изумрудного города. Так, куда едем-то? А, прямо, прямо. Ой, красный опять. Нарушаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо. А, ну машина-то уже скоростная, да. И если, конечно, пиндюриваешься на ней, то уже по жесткой. Тихо, тихо, поехали, поехали, поехали. Они ж тут рядом все, вот они. Первый круг идет. А, достаточно. Так, направо, блин. Вот эти таблички, их уже когда достаточно близко подъезжаешь, видно становится, в какую сторону поворота. До этого такой прям наугад. Ой, куда же? Лево-право, лево-право. Ага, во, второй пошел. Нормально. Ой, кто-то догоняет. Кто-то прям жужжит. Ну, смотри, а, какой. Какой паршивец. Тихо, 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 тихо. Поршик. Что-то. Чудо, он вперед вырвался и отрываться даже вздумал. Нехорошо, парень, так делать. Ах! Блин, тут физика столкновений, конечно, такая интересная. Так, что, куда едем-то? Так, вот, ладно. Снова мы рядом, снова вместе. Вот, если честно, сейчас Porsche Unleashed немножко странновато проходить.
что у меня все-таки, как бы, все игры такие достаточно ностальгичные. Все-таки. Вот. А в чем фишка-то? С Porsche Unleashed, вот именно с этим, да, вроде бы я ее проходил. Да, это было давно, и вроде ностальгия должна быть, но так как проходил версию для компа, это как бы она, ну, мимо меня прошла. И вот, а игры действительно абсолютно разные, получается, были, что на первой PlayStation и на ПК они отличаются. Когда ж ты научишься говорить-то? Не вот так вот, а! И значит, отличия очень серьезные, ну и как-то ностальгии-то нету этой. То есть я, по сути, вот эту игру для себя сейчас открываю заново. Я понимаю, что многие, конечно, играли в нее на PS-ку, и клево смотреть. Ну, просто я имею в виду, что вот именно для меня сейчас как-то вот, ну, особой ностальгии нет. Потому что картинка, ну, реально очень сильно отличается от того, что было в версии на компе. Поэтому как-то вот, ну, без ностальгии, по большому счету. Ну, как, ой-ой-ой, думал налево. Вот о чем я и говорю, что понятно до самого конца, в какую сторону поворот. Спокойненько, спокойненько. Не, совершенно точно, абсолютно надо будет ее на канал записать, перепройти версии для компа. Чё, нормально, эту доиграем, пройдем, потому что я знаю, что есть люди, которые играли именно в эту версию в детстве. Для них, я думаю, интересно смотреть именно эту версию. Ну а для тех отморозков, таких как я, явленных пекарей, пройдем тогда версию еще и для ПК. Так, реплей, аборт, аборт, аборт. Мы только что сделали аборт Porsche 924. Так, что там, 6000 заработали, да? Ну, пока в плюсе, но, правда, машину еще разбили. Так, а чё у нас? А, так это одна только трасса, что ли? Тьфу. Я-то думал, там чемпионат. А это одна гоночка, да? Всего-то. Всего-то 6000. Скромно, скромно. Так, чё у нас тут? Там больше ничего и нету, да? Так, тут еще дальше идет 944-й трофи. Ну, нам в любом случае его покупать. Так, 928. Так, ну 944 можно купить тогда. И на 944 же можно еще и в турнире, по-моему. Да, вот. 944 вон их сколько. Turbo S2. И еще какой-то S. Так. Ну давайте 944 с кэш денег хватит. Идем в Porsche центр. Так, сколько там серии идет у нас уже? 15 минут всего лишь. Ладно. Так, идем. Ну давайте для начала в Used Cars. Так, 944. Надо какой-то самый такой матерый купить. Так, Car Select. Вот, да, какой-то 944. А, вот третьего класса, ну уже второго. Так, топ спид. Наливали. Так, это такой же, да? Только у него пробег больше. Так, 911. Вот, какой-то 944S. Ну, вроде да.
получше, да, по показателям. Разгон, топ спид 3 квадратика незаполненных. А, ну давайте оверал вот смотреть. Общее, да, оверал у него 2 квадратика незаполнено и чуть-чуть на последнем что-то там теплится. Это, кстати, уже второго класса. И нам желательно мы второго класса на машину. Вот S2. Ага, S2 чуть-чуть получше. Видите, у него просто 2 квадратика не заполнено. Так, что еще есть? 928 ETS. 9. А, все. Ох ты, 917. Короткий хвост. А, short tail. Так, давайте в нее зайдем. Так, это у нас все used было. То бишь подержанные. Давайте new cars. Так, car select. 944 ищем. Ну, тоже нет. Тоже у него 2 квадратика. Короче. А, вот S2. Ну, такой же, да? Тоже 2 квадратика у него. Общее заполнено. О, вот, 944 турбо здесь есть. Смотрите-ка. С открытым верхом. 103 тысячи стоит. Ах ты, ё-моё. Блин, ну да, это может сыграть свою роль. Ладно, давайте... А, ну тут есть с открытым верхом, да, есть кабриолет, да. 91-го года. Потому что нам на нем-то ехать как минимум две гонки. А то и три. В классе 2 еще. Класс 2 он можно проехать. Потом его же собственный уикенд. Рейс, да? А, и все. Ну окей, ладно. Че, давайте кабриолет возьмем. Побежоним малость. Так, 103 тысячи. Ва, колор можно поменять. Цвет, цвет, цвет. Да я не знаю. Черт его знает, какой цвет взять. Так, синий у нас есть, это есть. Желтого, по-моему, такого нет. Такой тоже есть, да? Давайте желтый, ладно. Байкар. Эх, от сердца отрываю. 30 тысяч осталось всего. Кошмарики. Эх, жалко, жалко. Ну ладно, зато самый четкий Порш купили. Ладно, поехали в турнир. Проедемся турнирчик. Тут он призовых 40 тысяч всего призовой фонд. А, подожди, это класс. Во, класс 2, 50 тысяч. Еще это я, да-да-да. 40-50, ну не намного больше. Ладно, 4 трассы, поехали. Сколько у нас там серия идет? Почти 20 минут. Так, поехали, рейс. Так, Advanced, да? Пятерка за победу дается. А, что там пятерка? Не, ну мы Advanced ездим, конечно же. Чего уж там. Так, репейрить его не надо. Не надо. Едем в гонку. Погнали. Чё-то, по-моему, снег там. Чё-то, по-моему, там снег. Главное, чтобы вот этот 924 GT не был круче намного. Бывает тут такое, одна машина среди всех куда-нибудь вперед уматывает, просто ее фиг догонишь. Поехали. Так, ну совершенно точно один турбовый такой же, как и мы здесь есть. Воу, что-то он поворачивает не очень.
Тугой, да, тугой на поворачиваемся. Так, куда нам ехать-то? Ага. Во, acceleration у него, разгон классный, да? Воу, прыгивает. Так, что там? Вроде едем. Вроде едем, неплохо едем. Так. Денег дают немного, поэтому, конечно, желательно его не расколошматить тут до такой степени, что уйти в минус. Желательно еще вот как бы вот так. Баблище мы на него потратили немерено. Так, что, где вы там гуськом едете? Морды уже в коце. Тут как бы вроде местность одна и та же, но трассы все-таки разные. Ну вот этот подъем помню был. Ездили мы здесь уже. Тоже перевалы. Наши перевалы. Снег может в мае еще пойти. Воу! Парни, 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 тихо, тихо! Не видно? Не надо мне внутренности свои показывать. Воу! Ничего себе! Ха-ха! Унесло. Не так и идут гуськом, да? Вообще... Ни капельки не разъезжаются по трассе. Одинаковые машины. Это что, можно было, значит, взять этот просто 944S, например, или S2. Что, мы бы ехали так же? Так. Врюхались там. Блин, нос прям чешется, что-то вообще не могу. Мороза, что ли? А, снежинки щекотят, точно. Даже еще кабриолет. Правда, закрыт. Да, кстати, мне там в комментариях кто-то говорил, что картинка, мол, расшмяканная, посмотри там что-то на спидометр, он какой-то там овальный, там еще что-то. Нет, картинка не расшмяканная. Я ставлю... В игре уже есть настройка широкого экрана. Вот, игра там 2000 года, да, уже эта настройка появилась. Так что, не знаю, как там насчет спидометров и всякого, но машины точно не расшмяканные, поэтому... Надо мне говорить, что сделай 4:3. Да и на спидометр гляньте, какой он не расшмякан. Ну, машина совершенно точно выглядит нормально. Да и вон на знаки глянуть, вообще картинка она... Короче, широкоформатная, все с этим норм. Так что, ребята, расслабьтесь. Так, это уже последний, да, у нас круг? Да, третий. А, да чтоб тебе, ну... На ровном месте практически. Не, все-таки убью этот Porsche. Сколько они... С
старался. Да. You set a new course and lap record. Congratulations. You've won the race. Рекордов прямо в ворох. Ну вот, два Turbo S2 и 924 GT. Рядышком все, да? Так, ну да, я чувствую, можно было и это брать смело вот S2, например, и ехали бы в их темпе и опередили бы, наверное. Хотя как там будет на Weekend Race, там может посильнее поеду, не знаю. Ладно, купили да купили, чё там. Так, все, лидируем. Франция следующая. Вот там. Естественно, Advance. Seaside. Так, Repair. Ну-ка, насколько мы его наколошматили? 11 тысяч! За победу пятерку дали, а разбили на 11. Кошмар. Кошмар. Таким макаром, блин, денег не хватит на... Короче, в минус сейчас уйдем еще. Офигеть. Не, ну за победу в чемпионате, благо там отвалят, конечно, баблище. Полтос, но... Кстати, смотрю, на всех трассах вон погода появилась, да? Типа ухудшение такое. Усложнение, точнее. Не то, что ухудшение. Это, конечно, не ухудшение. Это усложнение. Хотя вот, что-то, если честно, погода, она, по-моему, такая, чисто визуальная. Что, по-моему, на управляемость особо ничего не влияет. А нет, влияет. Беру свои слова обратно. Сейчас вот даже заметил. Понесло так, как по мылу. Как обмылок. Ага. Есть, есть. Ну, такое мыльное ощущение. Ладно, сделали физику. Что на мокрой трассе тоже добавляет. Но, блин, один фиг нету дождевой резины. Там, поэтому, ну, как бы все. Так, доехать. Просто вокруг. Помни это место, ага. Воу! Тут уже. И тут, а? Фары выключил. Это что же вот считается за коцку, да? Тихо. Не целуй меня нигде. 18 мне уже. Ой. Я ему еще и этот поворотник выключил. Че такой-то поршик у тебя такой? А-а-а. Нифига себе. А тут, смотрите, скорость разная. Тут вот этот зеленый прям отрывается от них. Ага, лучше вошел. Так тебе. Так, ага, первый круг есть. Ух, несет. Хорошо, воу-воу-воу-воу, тормози. Пока обе фары горят нормально. Значит, пока есть еще куда бить. Поршик. Тихо. Тихо. Блин, сейчас в городе будет сложное место. Фонтан! Давайте, а попробуем слева обойти. Оп, оп. А-а-а. Плохо. Наверное, справа лучше все-таки. Хотя поскоростнее сейчас постарался войти. Еще это как-то не получилось. Оп, еще с тобой скоростной участок будет. Да, он тут на прошлом круге оторвался прямо от нас. Так, ой, прямо. Надо аккуратней. В то же время скоростнее ехать. Так, ломано. Спокойненько ходим, обходим, открываемся. Что такое?
тикаем. Навыки. Так, все, last lap. Влад прям заикается вообще мощно. Да как так-то? Ну, ты глянь, вот не знаю, откуда собаки стоят из-за чертовы светофора, а? Я даже не заметил. Прям воткнулся в него. Что? А чё ж будет в Modern Era, если здесь погода? Там... Погода плюс еще какие-нибудь эти стихийные бедствия. А, да, вроде справа пошустрее, там нет такого выступа, как слева. Люди что ли справа, слева точно стояли? Вот. А, вот еще, да, я не замечал, что тут люди есть. Спокойно. А, что-то разбили. Спокойно, чуть-чуть осталось. О, да, все. Congratulations, you've won the race. Ну так, достаточно палево было, но скорее не из-за соперников, а из-за трассы, просто из-за мокрости ее. Сражался больше с трассой. Так, ладно, нормально, нормально. Текс, половина позади, USA. 20 очков, ух ты. Ближайшего 12, нормалек. Так, надеюсь, сейчас не сильно покоцал. Хоть не на 11 тысяч, нет, да, сейчас меньше. 4700 сегодня. Окей. Даже, в принципе, в небольшом плюсе. Дали за победу 5, но 4700 вкинули в ремонт. Ладно, поехали. Чё там? Ой, ну здесь хоть день будет. В смысле, погода нормальная. А, закат, да? Time of day закат. Погода солнечная. Это Техас или что-то типа того. Может, Аризона. Как он сквозь него, видали, проехал? Читер. Воу-воу-воу. Тихо, тихо. У-ху-ху. О, верх-то нам открыли. Отлично. Ветерок шевелит бороду. Так, второй. Прям зеленый что-то такой остервенелый. Давай. Стой. Смотри, а? Едет. Чё, тоже на Порше, да, типа? Стой. Оу. Там какой-то резкий поворот и косогор. Крепше за баранку держись, Паршор. Все что ли? Ой, какой короткий круг. Надо, блин, в ухо востро держаться. Чуть закосячишься и уже потом фиг догонишь. Такие короткие круги. Чуть себе минута 14 медаль. О, блин. Уже эту пару раз квасил. Это на первом. Кстати, вот эта трасса такая, она отличается от... по городу, прикольно сделано. Эх. Малек там срезается. Они, по-моему, не срезают. Прям такие
честные ребята. Кто ж тебя так напугал, мужик? Ну ладно. Более или менее выехал. Еще это заблудился. Засмотрелся. Девчонка шла в короткой девчонке. И унесло меня. Очень много, кстати, аварий вот по этим самым как раз причинам, что короткие юбчонки, одевают девчонки, водители едут и засматриваются. Кстати, май, все, сейчас начнутся юбчонки эти, блин. Так что ухо востро держите, глаз там, глаз алмаз, ошибка, не отвлекайтесь, водители. Да. Так, ну все, по-моему, там по очкам уже задел такой, что уже пофигу, можно следующую, последнюю гонку сливать прям. Прям сливать вообще, все равно выиграем. Но, естественно, мы этого делать не будем. Сколько бы побед не было, всегда самая сладкая победа это следующая, как говорил великий комендаторе. Энцо Феррари. Так, Шкотланд. Шкоты. Да, ну сейчас я машину, по-моему, покоцал посерьезней. Да, отлично, 6, наверное, да, нашмалял, да. Меня спасет только выигрыш за этот, за чемпионат. Ладно, поехали. Опять дождь. Шкотланд, Лайтхаус, Клипс. Это этот Лайтхаус. Ну блин, светлый домик. Блин, с башки вылетело, ё-моё, название. Нифига, что-то тут дождь еще какой-то. В Шотландии еще более скучно. Ё-моё, вот это да. Такое еще первый раз. Еще можно перевернуться. Где ачивка? Чё-то, ну, здесь, короче, дождь такой более скользкий. Скотланд. Ярко. Что-то, по-моему, тормаживает. Не вывозит мой комп. Спецэффекты. Чё-то вообще плывем на обмылках. Реально, ребята. Маяк, вот. Господи, вспомнил. Вообще прям нельзя ехать, когда нос чешется, нельзя это так просто оставлять. Давай-ка на внутреннюю. Оп. Тихо, блин, нафига вот этот кувырок. В принципе, фары горят, но я не знаю, насколько это на машине отразилось. Тихо, ребятки. Трасса, кстати, какая прикольная. Кстати, да, в Шотландии, я помню, было сражение у нас с чувачком таким, прям три круга или два мы его преследовали, и на последнем, по-моему, круге обошли все-таки. Только не эта трасса была. И дождя там не было, блин. Воу, развилка. Да, блин. Я вот не замечаю, их на следующем круге их восстанавливают, вот эти вот. Ну, все, что я... все, что я сбиваю. Хоть на следующем, может, мешаться не буду. Если восстанавливают, то, конечно, каждый раз машину разбивать у них плохо. Прям такой. В отличие от прошлой трассы, это длинная. Нифига, 2.15 круг. Ладно, еще с дождем. Тут еще, видимо... Ого! Отличается поведение машины. Брусчатки так. Отличается... Ну, видимо, степень есть. Дождевитости, что ли? Как правильно сказать?
степень увлажненности трассы, потому что реально, где мы там во Франции там, там дождь был, ну не так носило. Ну да, прикольно на самом деле, прикольно. Правда, внешне это никак не выделено, но по-моему дождь что там был, что здесь. Да-да-да-да, нифига боковины вообще вмят. Когда мы... Я просто хочу вспомнить, купили эту машину, было 30 тысяч, по-моему, наличкой, да, у нас? Сейчас вот посмотреть просто, намного ли мы в плюс-то уйдем. Ну, плюс по-любому будет какой-то. Но... Достаточно много потратили, блин, на починку. Ну и, кстати, да, по-моему, то, что разбил, то остается разбит. Там знак был. Что разные люди говорят про Lab Record, про Last Lab, там. Вот, который говорит Last Lab, по-моему, тот же, который и в High Stakes говорил, такой прямо брутальный голос мужика. А этот вот заикающийся, который про Lab Record, это вообще какой-то пришибленный. Рядом стоит ограничение 50. Оп-оп-оп. Вписываемся. Под мостик! Ах, все равно чиркнули. Зато шустренько проскочили. Вот, можешь же, когда хочешь, говорить нормально. Так, ладно, все, это четвертая победа к ряду, и мы выиграли очередной турнир. Поздравляю нас с этим. Давайте бабличи. Сейчас посмотрим, сколько мы вообще чистыми заработали. Так, 20 тысяч, вот видите, это за 4 победы по 5 тысяч, да, ну из них, там, по-моему, мы вообще ничего... Да, вот, сейчас у нас 30 тысяч, то есть на 0 просто вышли. А, ну окей, значит полтинник будет просто, да, сейчас. Плюс к 30, то есть все деньги, которые за победы в гонках были отдельно, это просто на ремонт и ушли. Ай, ё-моё. Так... То вот сейчас 80 тысяч, но это я еще не починился после вот этой гонки, а там машину я достаточно сильно убил, тысяч на 10 точно, так что даже в минус призовые, ну полтосик нормально вошел, конечно. Хорошо, хорошо. Итого, что мы имеем, давайте посмотрим просто. В турнирах у нас остался только первый класс. Но это мы еще, я думаю, даже не в следующей, наверное, серии к нему приступим все-таки. У нас еще Weekend Race, но...
нет, мы его уже, наверное, сегодня не поедем, давайте в следующий раз. Вот, и Circuit. Тут у нас вот эти три пройдено. Вот у нас есть возможность 944 проехать на этом нашем турбовом. 128 останется, 59, ну, два, в принципе, заезда. Ну, ладно, три с 944, да. И Circuit Race тут два, да? В принципе, не так много. Ну, две серии, может, еще. Ну, максимум три, и, в принципе, перейдем уже... Да не, какие три? Две, наверное. И перейдем уже... Ну, правда, может, будем тупить, если сильно. Тогда и три. Вот. А так... Так, где тут у нас засейваться-то можно? Уже забыл. А, вот. И все, и будет у нас это... Modern Era, последняя эра, там с кучей этих новеньких поршиков. Ух. Кстати, по-моему, на компе как-то побольше было соревнований. И трасс там было больше. Ну, как-то прям быстро. Что? Считаю, что классическую эру прошли. Не классическую, золотую. Вот. Ну что же, ладно, давайте на этом прощаться. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх, вниз, там, посередине, как хотите. Вот, ну и всем пока-пока, увидимся в следующей серии.